Добрый день, пришла посылка с Алиэкспресс. Это здесь у меня должен быть USB кабель. USB кабель брал на Алиэкспресс. Ой, USB кабель, вру. HDMI кабель. Да, HDMI кабель. Стоил он около $1,5. Длина 50 сантиметров. Мне был нужен короткий HDMI кабель. Версия 1.4 стоил вот $1,5. На вид качество неплохое. Даже колпачки были. Никаких оригинальных обозначений нету. Что это за кабель, какой фирмы. Но на имущество. Посмотрим, как работает. Проверю, работает ли 3D. Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Ссылочку оставлю на магазин.